Говорят, что в зрачке каждого глаза отражается космос. Разобраться в этой тайной вселенной под силу настоящим профессионалам. Заглянуть глубже, увидеть больше сейчас возможно благодаря современным технологиям. В медицинском центре «Экватор» в городе Лиде открыто офтальмологическое направление. Опытные специалисты исключительно первые и высшей категории, в чьих руках современное оборудование делают чудеса. В «Экваторе» проводят консультацию и диагностику заболевания органов зрения взрослым и детям. Здесь быстро и точно определят причины снижения остроты зрения, выявят болезни органов зрения на начальных стадиях, правильно подберут очки при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и назначат лечение. В «Экваторе» есть уникальное в своем роде оборудование как для Лиды, так и для всей Гродненской области. К примеру, офтальмологический томограф, благодаря которому можно проводить самую точную диагностику и получать максимальную информацию. Среди преимуществ – отсутствие какой-либо лучевой или ионизирующей нагрузки. Это особенно важно, учитывая не только сложность структуры глаза, но и близость головного мозга. Кроме того, это исследование не требует никакого инвазивного вмешательства. В процессе исследования происходит сканирование слоев сетчатки и зрительного нерва, что позволяет выявить невидимые глазом патологические очаги, их размер и глубину, скрытые отеки, кровоизлияния. Авторефкератометр измеряет силу рефракции глаза, радиус кривизны роговицы, межзрачковое расстояние и многое другое. С его помощью можно диагностировать такие заболевания, как миопия, гиперметропия, спазм аккомодации. Также мы можем использовать его в своей работе при подборе контактных линз и очков. В «Экваторе» довольно-таки комфортно измерять внутриглазное давление. Делается это на бесконтактном компьютерном тонометре. Это делается при помощи потока воздуха, бесшумно. К тому же при помощи этого нового прибора мы можем обследовать пациентов, у которых есть проблемы с роговицей, при поврежденных роговиц. Этот метод определяется точностью и быстротой измерений. Пользуется спросом прибор для исследования поля зрения. При каждой вспышке пациент нажимает на кнопку, давая сигнал устройству, что видит световой сигнал. Компьютер определяет границы поля зрения и светочувствительность сетчатки. После прохождения теста распечатываются результаты периметрии, расшифровкой которых предстоит заняться врачу-офтальмологу. Различные курсы по индивидуальным программам проводят в «Экваторе» для детей с нарушением зрения. Здесь диагностируют и лечат косоглазие. В трехлетнем возрасте у Ильи обнаружили амблиопию средней степени с высоким риском развития косоглазия. Родители лечили ребенка сначала в областной клинике, но с открытием в «Экваторе» офтальмологического направления стали проходить лечение в Лиде, так как здесь используются передовые технологии с применением специальных компьютерных программ. В итоге после 10-дневного курса у нас был проведен также комплексный осмотр, который показал значительное улучшение у ребенка зрения на как минимум на 2 строчки. В нашем центре используется аппарат синаптофор. Он позволяет определить угол косоглазия, а также проводить тренировки детям для лечения амблиопии, косоглазия, для того, чтобы зрительные образы сливались в единый и для совместного движения глаз. В виде игры дети с легкостью и любопытством проходят полный курс. Такое лечение подходит для детей с 3-летнего возраста. Огромный мир необычной керамической плитки и сантехники в одном месте. Здесь есть все. От классики до современных трендов, более чем от 20 производителей. Это Беларусь, Польша, Испания, Италия, Россия, Украина, Турция и другие страны. Модели постоянно обновляются. К слову, площадь салона значительно увеличилась. Здесь более 2000 моделей керамической плитки для стены пола, керамогранит, декоративный камень, мозаика. Но глаза не разбегутся. В павильонах используются специальные стенды для лучшего зрителя. Восприятия. Ассортимент настолько широк, что понадобится время, чтобы увидеть весь предоставленный товар. Сэкономить минуты помогут опытные специалисты. Они знают толк в дизайне и при необходимости сделают 3D-моделирование вашего помещения, и тогда вы уж точно определитесь с выбором. Тут же можно выбрать и сантехнику, поверьте, есть из чего. Душевые кабины, ванны, раковины. Много есть довольно-таки креативных решений от мировых производителей. Салон керамической плитки и сантехники предоставляет различные скидки и рассрочку. Доставка товара бесплатная, найти салон нетрудно. Он расположен в Лиде по адресу улица 8 марта, 12, напротив Центра безопасности МЧС. Ах да, больше информации в социальных сетях.